подползаю к раненому, переворачиваю его, и мне как раз ранило вот в правую ногу сюда. Я как его переворачивала, вот сюда скрутил. Тут даже они остались, шрамы эти. Вот. Это мне было первое ранение на лысой голове. Вот. Я подползаю, если мне тяжело, я снимаю обмотку, привязываю ее к себе, понимаешь? Вот. А там же ботинок зашнуренный. Вот. И если только не сильный вот обстрел, я, значит, так двигаюсь и обмотку подтягиваю. Я опять, если только не сильный, сильно боюсь, согнусь, тоже так делаю. Понимаешь? И вот так я всю вот Сталинградскую битву за Лысый город вот так подошли к немцам. Но то забыло, как 2 февраля же это приняли Павлишу, так? Вот. А Лысую Гору освободили еще через 2 дня.